Всем привет, друзья, девочки, мальчики. Так, я вот здесь лук почистила, порезала. Поставила перловку варить, в пакетах купила. Вот, это я готовлю для Мишки. Снова он у меня сел на эту еду, которая... массу набирать. Вот такую перловку взяла, вчера гречу варила. Так, сейчас филешечку я разделаю, и сегодня хотим съездить, сейчас вот позвоню старшей дочке. Купила я шашлыков. Так, в магните. В общем, на шашлычки. К дочери в Кусью, где они дом строят. А Мише сделаю, как бы, типа наггетсы, вот так вот. Наггетсы. Вот. Замариную. И сделаю просто филе, как мясо по-французски. Ну, я просто ему, он не любит помидоры, но я просто это. И для салата оставлю. Короче, у меня здесь это вот для салата потом порежу. Вот. Это сейчас на наггетсы еще порежу. Так, а здесь что? Это вот тоже для салата. Это сейчас наггетсы. Короче, хочем отдохнуть. Погода хорошая, а мы еще шашлыков не делали. Так что, если что, поедем, посмотрим. Я сниму тогда видео. Они живут у речки. Новый дом строят. Так, это наггетсы. Замариную все одним способом. А это сделаю, наверное, сейчас. Так, эта мелочевка у меня уйдет для салата. Я не сегодня же буду делать все сразу. Вот. Лучок обжарю. Перловочку, а то так-то невкусно же. А это вот сделаю отбивнушки, да, вот так вот. Опа. Можно вот так поразбивать и вот так. Все. Сейчас замаринуем. Это, естественно, я выкину. Там, может, еще там что-то срежу. Ну, выкину. Перловка в пакетиках вкусная. Купила вот такую универсальную приправу для любых блюд. Для мяса, птицы, рыбы, овощей, гарниров, супов, бульонов, овощей, грибов. Понюхала. Очень хорошо пахнет. Здесь, значит, состав: овощи, сушеный, морковь, лук, пастернак, паприка, хлопьями, красная, зеленая, шпинат, корень пастернака. В общем, все здесь. Ну, сюда, конечно, не пойдет, а вот супа или куда, очень даже пойдет. Так, значит, сейчас приправки. Соль. Две ложечки. Вот так. Соль. Надо было приготовить. Сейчас, девчонки, мальчишки. Соевый соус, ложки 2,
Кто не пробовал с соевым соусом, попробуйте. Я раньше тоже говорю, не надо. А это очень вкусно, девчонки. Так, ну нам, я думаю, ложка больше не понадобится. Так, аджичку сухую. Потому что я делаю для Миши, он это любит. Паприку. Паприка, в принципе, я думаю, цвет дает. И сушеный чесночок. Тут в аджике вообще приправа прекрасная. Аджика. И чесночок. Все. А, растительного масла. Сейчас, девочки. Так, тут у меня закипает перловка. Ложки две тоже я на глаз налью. И, конечно же, поперчим. Найда пришла с прогулки. Сейчас мы ей воротничок будем одевать. Да, Найда? 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 Погуляла? Все, отвернулась. Вот. Руки я помыла. Собаке колпачок одела. И все это я, конечно же, сейчас, девчоночки, ручками перемешаю и уберу в холодильник. Хорошо все ручками, чтобы у нас все приправочками. Вот так. Прикрою можно, я пакетиком. Ой. Извините. Убежала у меня перловка. Перловку я варю с момента закипания 45 минут на медленном огонечке. Все, сейчас прикрою и уберу в холодильник. Я, может, кто-то новенький, хочу сказать. Старшая дочка, купили дом. Это так, 21-м, наверное, или в 20-м. Короче, в мае купили, в сентябре сгорел. Вот. Ну, сказали, что печка, будто бы. Вина в печке. Где-то там что-то. Вот. Но погорельцам там дают лес бесплатно на постройку дома. И вот они в том году под крышу завели. Ну, а сейчас делают такие работы. Это. И, короче, я еще не видела, не была нынче, что там у них. Хочется съездить посмотреть. Это, конечно. Ой, Настя очень прямо рыдала. Я говорю, Насте, слава Богу, что они уехали оттуда, не ночевали. Что все обошлось. Все живы-здоровы. Так что, говорю, не жалей, не надо. Все, как говорят. Что Бог не делает, все к лучшему. Правильно говорю? Правильно говорю. Ну, вот такие вот дела. Вот. Туда. Вот. Поехали мы в Кусью. Так, вот это у нас баня. Приехали. В бане будем сидеть. Вот такой вот участочек. Вот. Немножко покажу. Банька хорошая. Вот, видите, угольки остались. Да. Ну, вот тут новый домик. Потом пройдемся. Туечка.
Туечка, красавица. Где у домик? Мира! Мира! Ну вот, пока как бы в баньке, тут в предбаннике, видите? Вот. Вот так вот. Настя, а там в бане-то есть свет? Угу. А, ну да, вот. Вот так. Здесь парилка, видите? Раскладушка. Ух ты! Вот так, друзья, пока здесь это лежанка. Ну, это все, конечно, когда дом все сделается. Так. Вот. Выключим свет. Ой. Угу. Видите, так из бани выходишь, и такая это, как верандочка, так здорово. Не упасть бы. Пойдем проверять у Насти хозяйство. Сейчас польем, поможем. Настя, а гараж, что это? Вот этот ведь ваш каменный, да? Там гараж ихний. Вот дом, вот домик. Угу. Чё, ягоды уже? Я не знаю, они как будто появляются, потом как будто ищутся. Ну, так значит, кто-то съедает. Ну-ка, что у тебя здесь? Мира! Птицы-то съедают ягоды. А эти-то сушенки уже можно выкинуть, Настя. Потом там много этих возьмешь усов. Тихонько, Костя. О, вон салатик. Лучок, укроп. Да. Ты не поливала его ничем? Все хорошо, Настя, у тебя. Все замечательно. Сейчас прополим с Катькой. Вот. Это что, стол вы сделали, да, так? А что это? Лавочка. Пока только одну лавку сделала. На лавке стол. Где ягоды? Нет ягод. Их тоже тут все сожрали. Ягоды в магазине. Вон щавель, Настя, надо пирожков и щавеля постряпать. А, между прочим, говорят, вкусный. Мне нынче дали щавеля, но он у меня еще маленький. Ну, вот тут флоксики, лилейник, пиончик вижу. В общем, потом, девчонки, покажу еще вам дом. Вот тут веранда. Такая вот двери. Так. Ой. Шикарная веранда будет. А там что, Настя, стекла будут? Да, иди там, вид из окна будет. Вид из окна. Вид из окна будет вот здесь вот. Смотрите, какая красота. Мы сейчас с вами сходим, там водопад, посмотрим, там речка недалеко. Вот. Вид будет очень красивый. Вот это вход будет в дом. Вот так вот. Сейчас будут делать. И вот сам дом. 6х6. Ну, пока так. Пока так. 6х6.
Шикарно, шикарно. Да-да. Сейчас на речку сходим. Шикарно. Дачный домик. Это очень хорошо. Ну, вон вишенки-то, Настя, остались, да? Вишенки-то остались? Ну, они новые идут. Старые-то стерили. Что, они все... все ш... Да-да. Здесь, Настя, а здесь какие деревья-то были? Все сгорело. Черемуха, да что? В общем, это да. Ну, будет хороший палисадник. Дуб покажу. Здесь. Ой, Мирочка! Мирочка! Пошли, Мира! Ну пошли, пошли. Иди ко мне, иди ко мне. Ну иди, я тебя возьму. Мира, иди сюда. Мира. Как хочешь, Мира. Настя, бассейн будете сделать? О, дубок, дубок. Саша, нету молодых-то мне? Вот он, красавчик. Ну, если что, имей в виду меня. Смотри, как здорово. Да. Здесь надо лавочку. Смотри, как здорово, да? Ну, тут просто только птичек очень много в нем. Понятно. Они тут сидят. О, девчонки, смотрите, как хорошо. Ой, я обалдею. Я обалдею. Молодой еще дуб-то, молодой. Это вообще красота. Посмотрите, какая красота. Ой. Вот это да. Вот это шикарное. Шикарное дерево. Ой, вообще прелесть. Никакой беседки не надо. Смотрите, как здорово. Там вон речка недалеко совсем. Сейчас сходим на речку. Ой, в тенечке, как здорово. Сегодня смотрите, какая жара. Вот. Ну, облепиха это вроде мальчик. Калина. Калина тоже отцвела у меня. Вот, дуб да дуб. Красивая туечка. И вот даже очень неплохой санузел. Вот. Даже очень неплохо. Сейчас пойдем к речке. Костя, идешь? Давай. Пойдем. Вот такая вот. Совсем рядом. Совсем рядом. Вот спустились. Вон он дом. Видите? Сейчас к водопаду там подойдем. Смотрите, какие скалы. Так. Какая красота. Красота, красота. Вон там водопад. Я ничего, конечно, не вижу. Вот там было шлепки одевать. Там бы прошла по речке шмелка. И там был бы водопад. Только вот солнышко спряталось, и сразу ветер подул. Че, холодное? Ну, пойдемте туда прогуляемся немножко. Смотрите, как красиво. А что, это кто-то посадил или так они выросли? Кто-то посадил. Потому что такого не было. Да?
сейчас подойдем. Вон там водопад. Здесь очень много отдыхающих. Сплавляются. На этих, на катамаранах, да? Угу. На катамаранах мы проезжали. Посмотрите, там какие дома красивые. Вон. А во, видно, видно. Сейчас я увеличу. Вот. Вот она. Красота. Природа. Природа наша на Урале. Вот она, красота. Где опять не вижу? Вот, хорошо видно сейчас, да? Такой шум. Вон, видишь, на лодочках. Солнце, ничего не вижу. Вот такая красота. Во, видишь, у меня внук. Костенька, внук у меня. Самый младший. Костер разжёшь. Костер разжигает. Будем шашлыки жарить. На речке прогулялись. Говорю. Сейчас. А я пойду к дубочку. Ой. Девчонки, вот отдых. А у себя на даче приедешь? Я говорю, даже качелю забыла, когда доставала. Один раз, наверное. Работаешь, как папа Карло. Ну, я сейчас Насте помогла там усики оборвать тоже. У клубники. Она прополола. Ну, здесь они хотят газоном потом засеивать. Все настроится. Самое главное сейчас построить дом. Тоже работают же обои. У Насти... В июле отпуск только будет, а у Саши нет. Вот, смотрите, какая красота. Правда? Вообще здорово. Вот. Ягод здесь очень много. У них смородина белая, красная, черная, малина. Но смородины нынче мало. Смородины мало. Ой, красавец, красавец. Во, хлеб поджариваем, а потом солью солим. Ой, как вкусно. Ты, Костя, себе жаришь? Мы уже пробуем горелки. Хрустящий какой. Сейчас хлеба наедимся. И домой поедем. И мясо не надо будет. Домой поедем. И пошел у нас дождь. Представляете? Только положили шашлыки. Вот так вот. Вот так вот. Угли-то, наверное, зальет. Посмотрим. Он быстро пройдет сейчас. Видите, даже солнышко, дождь, солнышко. Это грибной дождь. Ой, Настя с Сашей вымокли все с этими шашлыками.
шашлыками. И все, солнышко. Ну вот что? Ну вот что, девчонки, мальчишки? Лавочки намочил. Вот даже не смочил, посмотри. Настя, как были сухие, так и есть. И снова солнце. О! Ну вот, жарятся наши шашлычки. Вот как дождь прошел. Лавки намочил, стол намочил, траву намочил, а землю не намочил. Как так? Вот смотрите, вся земелька сухая. Вот так вот. И солнце, и тепло. Ой, ну ладно. Ну, наконец-то. Шашлычки наши почти что готовы. Вот такой у нас стол. Зелень. А хлеб-то черный. Давай. С чесночком. Кетчуп. Сок томатный. Так что всем приятного аппетита. А я буду заканчивать на этом видео. Всем пока-пока.